война. Геннадий Яковлевич свой дом на так называемой Галачке строил 25 лет. В него вложил не только кучу денег, но и свое здоровье. Но как бы там ни было, участок и все, что на нем, пенсионер очень любит. И отдавать кому-то даже самую маленькую часть своей земли не намерен. Администрация упрекает пенсионера в том, что он владеет частью земли незаконно. Недавно Геннадия Яковлевича поставили перед выбором. Либо он платит ежегодный штраф, либо переносит забор на 1,5 метра назад. Ему, как и его соседям, много лет назад было выделено 6-9 соток земли максимум. По истечению времени земля расширялась. Люди строили насаждения на так называемой ничейной земле. Теперь, когда специалисты сетевых компаний начали проводить определенные работы как раз на этих участках, выяснилось, что документально у многих квадратных метров нет законного хозяина. Посмотрите, какой фундамент капитальный. Где-то бетон. Столбы такие сложные. Посмотрите, столбы какие. Невозможно его перенести никак. Я не чиню препятствий для того, чтобы делать какие-то ремонты по теплосети. Пусть приезжают, делают, я же им не мешаю. Я никогда не возражал. И меня все равно оштрафовали на 500 рублей. И говорят, что это будет повторяться ежегодно. Такая же ситуация у многих жителей 27-го и 27-го А микрорайонов. Люди просто не понимают, почему много лет они спокойно жили и строили, и земля была ненужной. А теперь вдруг на нее нашлись хозяева. В прошлую пятницу все несогласные с такими законами встретились с председателем градостроительного комитета администрации Братска Алексеем Бельковым. Позицию свою он высказал четко. Мол, ситуацию понимаю и даже сочувствую, но закон нужно соблюдать. Здесь на сегодняшний день вариант пока на сегодняшний только один. Это приведение в соответствии с теми границами, которые документы вы имеете. Я сейчас специально говорю, что я пока не буду, скажем, дальше. Это дальше мы уже, может быть, в разговоре перейдем. Но пока на сегодня то, что вот, если мы возьмем действующее законодательство, его проанализируем, почитаем, то поскольку практически, как я уже сказал, у всех оформлены документы в собственность, соответственно, никаких других процедур каким-то образом узаконить там или сделать действующее законодательство не предусматривает. Жители Галачки, может быть, и рады не нарушать законы, но только в том случае, если бы их предупредили об этом 20 лет назад. Как раз тогда, когда никто из чиновников строительству не возражал, а даже поощрял. Теперь люди просто не знают, как им поступить. Ломать заборы, убирать огород, конечно, никто не хочет. Для Геннадия Яковлевича его дом – целая жизнь. И как сломать эту жизнь, пенсионер не в силах понять. Он уверен, единственное верное решение в этой ситуации – узаконить эту землю и не создавать людям проблемы. Может быть, для чиновников эти несколько метров и мелочь, а для многих жителей жизненно необходимая земля. Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».